В Нью-Йорке девочка по имени Стелла каждое утро махала рукой машинисту метро. Однажды поезд остановился прямо перед ней, и водитель протянул ей большую коробку конфет со словами: «Когда мне улыбается маленькая девочка, мой день становится намного лучше». Многие думают, что добрые дела – это что-то масштабное. Однако они могут проявляться даже в мелочах. Например, в улыбке проходящего мимо человека. Интересно, какие добрые дела совершают югорчане? Отправляемся в народ. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь совершали какие-нибудь добрые дела? Совершали. Да ну каждый день. Каждый день помогаешь. Помогаешь, ну, допустим, коллегам младшим по работе, которые еще не разобрались в своей профессии, помогаешь ежедневно. Подсказываешь, как правильно, как нужно. А какие добрые дела, как вы считаете, это что именно? Ну, я считаю, что доброе дело – это то, которое ты делаешь без какой-либо корысти, без какой-либо, ну, просто потому, что ты хочешь помочь человеку. Скажите, пожалуйста, совершали ли вы когда-нибудь добрые дела? Возможно. Тут голубей кормлю. То есть то, что вы кормите голубей, это считается добрым делом, да? Ну, да. А почему вы это делаете? Не знаю, мне это нравится. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь совершали добрые дела? Хороший вопрос. Надеюсь, что да. А вы можете вспомнить? Нет, наверное, сейчас не вспомню. А вообще, какие дела считаются добрыми? Которые делаются бескорыстно. Я так думаю. Скажите, пожалуйста, какие-нибудь добрые дела в своей жизни вы совершали? Нет. Почему? Потому что такой человек. Ну, волонтер на Победе, получается, волонтерство на Победе было. Очень хорошо. А еще какие-нибудь, может быть? Ну, это в особенности волонтерство, помогать старым. А добрые дела, по вашему мнению, это какие дела? Добрые дела – это дела, за которые ты сам берешься, хочешь их делать. Наверное. А можете вспомнить? Нет. Бабушку через дорогу проводил. А добрые дела – это какие дела, по-вашему? Которые положительно вообще сказываются, которые помощь какую-то несут людям. А они должны быть безвозмездно или за какую-то плату? Безвозмездно. Много добрых дел. Например, какие? Ну как какие? Животных кормлю. Бездомных? Бездомных. 2018 год гражданского согласия и добровольчества в Югре. Казалось бы, самое лучшее время для добрых дел. Но что-то мне подсказывает, что добро совершается не по уставу, оно просто есть. И в любой год. Доброго вам утра!